Творческие планы наши с братом всегда далеко идущие, всегда очень четко обозначенные. Мы сейчас активно готовимся к международному цирковому фестивалю в Монте-Карло, который пройдет в 2017 году в январе месяце. Мы будем представлять нашу страну, мы будем представлять наш цирк на этом фестивале. Чуть-чуть раньше мы проведем собственный фестиваль «Идол», уже четвертый год подряд, на манеже Большого Московского цирка, и соберем здесь лучших представителей своей профессии. Вот. Но хотелось бы попробовать поработать поплотнее в кино, хотелось бы поработать в театре, хотелось бы, чтобы команда КВН, которую мы недавно создали, тоже очень хорошо зарекомендовала себя и закрепила себя на Первом канале. То есть планов много, они все достаточно позитивные, интересные, и дай бог, что они сбудутся.